25 марта, утро, утренняя молитва. Включаю прямой эфир и хочу петь вместе с Сергеем Бакманом опять. Сегодня утром слушал эту песню, слушал и пел вместе с Сергеем Бабкиным «Дай бы я». Песня любви, песня прекрасная. Аллилуйя. Я даже приготовил даже здесь и текст, и все. Ой, спасибо, Господи, за этот эфир. Благослови, Господь, всех нас. Благослови, Господь. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. Утренняя молитва. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я вешта вся світом, шукав дивні квіти, з кожним наступним кроком рахував роки. Твоїми ногами знаходив занедбані храми, серце відлите в камені легшало навпаки. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе нагадує, мов позаду йдеш або дивишся на мене крізь світ. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все охоплено твоєю владою, за собою ведеш, вимальовуючи слід. Алілуя, алілуя, алілуя. Буває, злітаю, хочу сховатись від зграї, все вмить завмирає, коли очі твої кидають пелюстки. Я все розумію, але недосяжна мрія буде жити після того, як дістанусь твоєї руки. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе нагадує, мов позаду йдеш або дивишся на мене крізь світ. Де би я, де би я, де би я не був, все охоплено твоєю владою, за собою ведеш, вимальовуючи світ. Іде, 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 іде. Алілуя, алілуя, алілуя. Ти завжди зі мною, алілуя, алілуя. Ти завжди зі мною поруч. Алілуя, алілуя. Ти завжди зі мною поруч, праворуч або ліворуч, в розмовах сторонніх людей я чую твої думки. Проте донестями мусимо бавити себе почуттями, ідем по одному колу, наче стрімкі струмки. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе нагадує, мов позаду йдеш або дивишся на мене крізь світ. Де би я, де би я, де би я, де би я не був, все охоплено твоєю владою, за собою ведеш, вимальовуючи слід. Алілуя, 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 алілуя. Слава тобі, Господь, Бог святой, Боже, благодарю тебе, Господь. Боже, это песня любви, Господь, песня песней, Боже. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Слава тебе, святой. Ани ледоди, ведоди ли. Благодарю тебя, Господь, за это утро. Благодарю тебя, Господь, за эту утреннюю молитву. Боже всемогущий, благословен ты, Царь наш. Боже наш, слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Сегодня вновь причастие хлебопреломления совершим, братья, сестры. Вот. И сегодняшнее причастие хлебопреломления. Пусть Господь благословит сегодня во имя Иешуа Машиаха, во имя Иисуса Христа. Это хлебопреломление, причастие Евхаристии Божественное. Пусть сегодня прославится имя Господне, скажу так. Пусть сегодня прославится имя Господа нашего. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Всех приветствую вас, братья, сестры, дорогие друзья, на этой утренней молитве. Вот, и сегодня я вот с самого раннего утра, вот с позаранку еще, что называется, вот эту снова песню пою вместе с Сергеем Бабкиным. Вот, и не могу остановиться, просто пою ее. Десятки раз уже вот просто пою. Де би я не був, все про тебе нагадує. Мов позаду йдеш, або дивишся на мене крізь світ. Де би я не був, все охоплено твоєю владою, за собою ведеш вимальовуючи слід. Слава Богу, іде, де би я. Слава Богу. Это так напоминает, действительно, так напоминает эта песня Сергея Бабкина, напоминает библейскую вот эту песню песней. Вот, и где в песне песней, там же как чудесно, вообще там удивительно. С одной стороны возлюбленный, с другой стороны возлюбленная. То она поет, то он поет. То вот это настолько трогательно, настолько прекрасно. Вот, знаете ли, это как вот песнь, я не знаю, птиц возлюбленных, да, не знаю, там, ну, все по-своему поют как-то, да, песню любви. И во всем этом действительно Господь прославляется. Вот, и в песне песней действительно вот с самого начала, изначально, мудрецы еще древние, еврейские мудрецы видели, и потом христианские уже проповедники, разные конфессии, деноминации видели и видят вот образ таких взаимоотношений человека и Бога, Бога и человека, Создателя, да, Бога и народа Божьего, Израиля, Церкви, Бога и всего человечества, Бога и всего этого мироздания. Вот, вот такие образы, прекрасные образы, они. Но начинается, конечно, это понимание с вот индивидуального, личного вот этого общения каждого из нас в отдельности. Вот как мы любим его, но в действительности, как он любит его любовь. Его любовь бесконечна. Любовь твоя, о Господь, бесконечно, и милости Твоей нет конца. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Сегодня будем делать хлебопреломление, также причастие в собрании, в церкви. Вот. Хотя там, думаю, уже у них есть сок, но я возьму еще на всякий случай, наверное. Вот, и причастие Евхаристия совершается как таинство, действительно таинство веры, таинство вот жизни, тело и кровь Иисуса Христа, нашего Господа Спасителя, тело и кровь нашего Господа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Отец наш, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш.
Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благословен возлюбивший мир, возлюбивший нас, возлюбивший весь этот мир и отдавший Сына Своего за нас, отдавший Свою кровушку за нас, проливший, Боже, жизнь Свою, Боже, положивший за нас. Слава Тебе, Господь, Боже, благословен Ты, Царь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава, честь и величие. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, люблю Тебя, благословляю великое имя Твое, Боже. Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови в этот утренний час, Боже, народ своим миром, своим шаломом. Боже, благослови, Господь, сегодня, в этот день воскресный, и не только нашу эту молитву. Хо! Благослови сегодня собрание, служение, Господь, разных церквей, общин, Боже. Сегодня большинство христиан на планете взывает к Тебе, Господь, Боже, в собраниях, различных собраниях, различных деноминаций, конфессий, Боже, благослови, Господь. И здесь, в Киеве, Боже, на берегах Днепра, над схилами Днепра, хай лунає пісня, Ісусу слава, Ісусу слава. Боже всемогущий, пусть... О, спасибо, Господь, спасибо. О, спасибо, Господь, спасибо. О, Боже, пусть, Господь, хвала звучит, Господь Боже, во имя Иисуса Христа. С Киева, с этой земли киевской, с Украины. Боже, и со всей нашей планеты, Господь, и страдавшейся земли, Боже, которая лихорадит. Боже, экономически, политически, религиозно, всячески, Боже всемогущий, но эти схватки усиливаются перед родами. Эти боли, это не просто боли, это схватки перед родами. Мы знаем, что, Господь, будет новая земля и новые небеса, Господь. Боже, Боже, благодарим Тебя, Господь, за новую жизнь. Слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Благослови, Боже всемогущий, благослови. Господь, слава Тебе, Боже, благослови, благослови, Отец. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Благослови, Господь, всемогущий, это таинство Божие. И сегодня, и здесь сейчас утром совершаемое, и вообще в церкви совершаемое, Господь Божий, в собрании. Благослови, Господь, Боже всемогущий. Я призываю милость Твою, Боже, и благодарю Тебя, Господь Боже, за таинство, которое совершается и в Евхаристии таинство, хлебопреломление, причастие. И, Господь, и так вот в утренний час, это утренние молитвы. И когда в церкви будем совершать собрание, Господь Божий, во имя Христа Иисуса, как бы оно ни совершалось, это действительно таинство всех таинств. Это действительно чудо всех чудес. Ты дал нам пить крови Своей и есть тело Своего. Боже, уму непостижимое нашему человеческому таинству. Боже, Господь, помилуй. Боже, помилуй. Господь, Ты запретил пить кровь, Боже, животных, но, Господь, Ты дал нам кровь Свою, дал нам кровь Свою пить. Образ действительно нашего спасения, чудо нашего спасения в крови Твоей. Боже, благодарю Тебя, Господь, благодарю, Боже, и благослови, Господь, сегодня, Боже, этот плод виноградной лозы, благослови, Господь, сегодня, Боже, и хлеб,
Боже, который ты дал нам из земли. Во имя Христа Иисуса, благослови, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Хлеб у меня сегодня, вот остатки халы субботней, вчерашней, шабатной халы. Слава Тебе, Господь, Боже наш. Благодарю Тебя за милость, за любовь Твою. Благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя. Аминь. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец. Аминь, аминь. Благословляю. Благословляю всех, кто подключился. И благодарю Небесного Отца моего. Вас благодарим вместе, друзья. Благодарим Тебя, Отец наш, Отец наш. Благодарим Тебя, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Благодарим Тебя, Дух Святой, за это таинство, за чудо, Господь Божий, за чудо причастия тела и крови Твоих. Слава Тебе и хвала, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Слава Тебе. О, аллилуйя, аллилуйя, Боже наш, Боже наш, Боже наш, Боже наш. О, Господи, Боже, Господи. О, Боже, благослови нас, благослови, Господь. Благослови всех нас, Боже, сегодня, в этот утренний час, Господь. Слава Тебе и хвала, Боже наш, слава Тебе. Оба шаке махаба, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, о Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу и за кровь мы Тебя благодарим, Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе, Боже наш, благословен Ты. Господь, и соверши, Господи, это таинство сегодня. Боже, и сотвори, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего, аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего, аминь. Приложив это Духом Твоим святым, аминь, аминь, аминь.
Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, благослови, Господь, сегодня в собрании, служении, в причастии, хлебопреломлении наше. Слава Тебе за все. Слава Тебе за это таинство. Слава Тебе, Отец наш. О, мой папочка, спасибо. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господи Боже наш. Благословен Ты, Господь, благословенный во веки веков. За любовь Твою, за любовь, за милость, за спасение, благодарность Ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, Боже всемогущий. Благослови, Боже. И благослови сегодня служение, Боже, и предстоящее здесь, в нашей Киевской архиепископии, и в церкви Спасев Дим, где буду проповедовать сегодня, Боже, и другие собрания здесь, разных конфессий, деноминаций здесь, Боже, в Киеве, православные различные церкви, разных юрисдикций, Господь Боже, канонические, неканонические, там, второканонические, разные, Боже, католические церкви, различные протестантские церкви, различные, пестрые, богатые, такой спектр протестантских служений здесь в Киеве, благослови, Боже всемогущий, и пусть во всех этих собраниях, и в домашних собраниях, и в больших таких соборных таких собраниях, Боже, пусть прославляется имя Иисуса Христа. Прославляется имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господа Иисуса Христа. Благословляю благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Да, время уже сегодня покороче. Сегодня я сейчас буду собираться уже на служение. Пора. Вот, собираться. И пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня после собрания уже вечером, сегодня вот, сделаем снова прямой эфир предпасхальной беседы в 6 часов вечера. До встречи в эфире. Пусть Бог благословит вас всех во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя.